Я тут неистово гуглю, друзья. Всем привет! 1.59 в эфире, 20 марта. Марта? Марта? Откуда ты знаешь ее имя? В общем, всем привет. Пятница внезапно наступила. Хотя в этом карантине сидишь, у тебя каждый день то ли пятница, то ли суббота, то ли вообще не пойми что. Вообще какой-то не пойми что. Один целиковый день просто. Ты каждый день проживаешь один и тот же день. Вот. В общем, я вас всех приветствую. Блин, март уже скоро кончается. 20-е. Я часы на зарядку поставил, не могу посмотреть на часы. Привычка уже появилась. Вот это да. Всех приветствую еще раз. Я неистово гуглю, потому что мною завладела кастомномания. Тот, кто вчера был на стриме, знает, что я... Сейчас, секунду. Тот, кто вчера был на стриме, знает, что я вчера доставал внутренности из одного стрима. Ой, господи, что я несу? Все, у меня голова просто забита другим. Доставал внутренности из одной железки, из одного компа, и вставлял в другой бокс. В общем, перекидывал из бокса в бокс. И знаете, что оказалось самым сложным? Что оказалось самым сложным во всей этой истории? Самым сложным оказалось найти место для этого бокса. То есть изначальная задача была купить бокс поменьше, в него запихать внутренности из компа и как-то его компактно где-то разместить. Так вот, нигде нормально его разместить не получилось. Не получилось. А в итоге он стоит вот на столе, вы его не видите, но тут вот буквально вот здесь стоит он. Вот. И я сегодня утром такой, блин, а проверю-ка я, какая материнская плата стоит в моем основном компьютере, с которого я играю. Проверю-ка я, может быть там стоит обычная ATX, и я куплю себе еще один ящик такой же. И запихну туда, и поставлю их рядом, и они будут вместе греться, шуметь где-нибудь под столом. Там места будет достаточно для них. Но оказалось, что в огромном ящике, который по размерам, ну, я не знаю, больше всего, чего может быть вообще. Но он по размерам, ну, как это, ATX Tower. В общем, такая нормальный ящик. Оказалось, после открытия крышечки, оказалось, что внутри MATX, то есть маленькая материнская плата. То есть там маленькая материнская платка, все аккуратненько запихано, понапихано, а вокруг всего этого огромная куча пластика. Причем можно было подумать, что, ну, может быть, там кулеры располагаются, может, там слева, где-то сверху, снизу, и прочее. Но нет, это просто наросты пластика, больше ничего, просто наросты дизайнерского пластика. Поэтому теперь я сижу и ищу новый системный блок, но уже в формате MATX. А это значит, что, возможно, довольно скоро нас ждет с вами еще один стрим перепаковки железок. Потому что вам это оказывается намного интереснее, чем какие-нибудь думы, игры и всякое такое. Но почему-то на рынке микро-АТХов, ну, не микро, окей, мини-АТХов, на рынке МАТХов почему-то все довольно уродливенькие боксы. Я вот сейчас смотрю, и они как-то вот совсем не казистые какие-то. Совсем не крутые совсем. Ну, тут не то, что не крутые, но вот тот, который вчера мы собирали, кулер мастеровский, он, ну, выглядит симпатично. Единственное, что после всей этой сборки он, конечно, довольно громко шумит. И вот у меня единственный вопрос: если я пересоберу MATX, не будет ли он громче шуметь? Может быть, весь этот пластик, который сверху снизу нарощен, он как раз звукоизоляцией занимается, и поэтому комп не шумит, хотя на компе есть кнопка Turbo, на которую нажимаешь, и все начинает резко шуметь вот так вот. Но я так и не понял, где находятся, располагаются там вентиляторы.
один вентилятор точно на стенке, причем маленький, там 92-миллиметровый, в то время как, ну, мы вчера ставили 120-миллиметровые. Ну, одни из самых больших. Самые большие это 140-миллиметровые, но они ставятся не везде. Их не везде поставишь. Ну, вот. Чаще всего ставят 120 миллиметров. Ну, размер кулера. Не забивайте себе голову такими умными вещами. Вот. И где располагаются у него кулер, непонятно. Возможно, в передней стенке, но в передней стенке у него тупо нету никаких решеток. То есть у него сплошная стена. И поэтому вообще не ясно, где там кулеры живут. Такое ощущение, что там реально всего один кулер. Перешел с ПК на консоли, чтобы не возиться с железками, но они настигли на стримах. Нет, но я же вожусь не с железками, это просто... Это, считайте, переложить железки, не знаю, PlayStation 4 в другой корпус, более удобно. Для своего стрима ПК брал аэрокуловский корпус месяц назад. Посмотри, у них есть под твой формат. Да нет, ну это ты брал. Я сейчас смотрю разные, зачем мне конкретно аэрокуловский? Мне вообще похер. Мне хочется, чтобы он, ну, более-менее симпатично выглядел, а они все какие-то... Ну, с другой стороны, можно купить, например, бокс за 1200 рублей и вообще не выеживаться. Тут даже CD-приводы есть. Можно купить CD-привод. Хотя нахрена CD-приводы в 2К19? Кстати, никому не нужен привод. DVD-R привод, на нем можно писать болванки для Xbox. Этот привод в свое время покупался специально для того, чтобы писать болванки для Xbox. Был всего несколько, два, по-моему, привода. Один из них пионеровский привод с определенной маркировкой. Только на нем можно было записывать пиратские болванки для Xbox. Это было рискованно, потому что, во-первых, болванки должны были быть особенные, там какие-то уже DVD-R какие-то там. Во-вторых, высокий риск был их повредить, ну, то есть они могли, запись могла повредиться, поэтому писали всегда на минимальной скорости, чтобы ни в коем случае там ничего не сломало. Вот. Я пару болванок когда-то, да, написал. Но сейчас я этим уже не пользуюсь, и приводом тоже не пользуюсь, поэтому мне в целом не нужен. Тогда было, позже уже многие приводы могли писать. Позже уже это просто было не нужно. В тот момент, когда это было нужно, там, тогда было всего, то есть сложно было найти. Ну, точнее, их было несложно найти, но те, которые могли писать именно в такой формат, который нужно, таких было очень мало. Но купить их можно было. Не то, чтобы на них был какой-то дефицит, ничего подобного. Я вот думаю, может мне купить корпус офисный, знаете, такие, как видак. Но я боюсь, в него не влезет ничего. Плюс и с охлаждением там, наверное, будут определенные проблемы. Поэтому, наверное, нет. Наверное, нет. Ну, конечно, да, видно, что все дешевые корпуса, они выглядят отвратительно. По сосну. По сосну выглядят, и даже их не хочется никак. Не хочется с ними иметь никаких дел. Можно, кстати, купить точно такой же бокс, который я вчера собирал. Вот только для мини ATX. Он немножко в компоновке будет отличаться, а выглядеть будет один в один. Даже размеров те же. Но с другой стороны, можно же найти еще более меньше. Кстати, от Чифтека, про которого я вчера тоже рассказывал, от него есть квадратный бокс. Он называется, по-моему, Chiftec Box. Как-то так он, по-моему, даже называется. Вот, чисто квадратный. Чисто квадратный. Забавный. Но он очень широкий. Какой бюджет? Да, наверное, не больше, чем этот. Этот стоил мне 3600. Ну, довольно дороговато для боксов, но он в целом симпатичный, он мне понравился. Так-то, понятное дело, есть и более дешевые варианты. Но именно маленький бокс для ATX это один из лучших, ну, на мой взгляд. Я встречал только еще один, как раз от Chiftec. Но в случаях с M-ATX там боксов, ну, достаточно много, выбор достаточно большой. Если ты пытаешься впихнуть M-ATX в корпус M-ATX, то у тебя, ну, особых проблем не будет. Только вопрос выбора дизайна. Вопрос того, как ты хочешь, чтобы он выглядел. Это новости? Да, это новости. Это определенно 1159. Я вас определенно еще раз приветствую. Просто эта мысль, она засела в моей голове. И не отпускает. Не отпускает. Боксы. Компьютерные блоки. Как же я вас хочу.
Фу, пылью надышался. Вчера этот поролоновый... Поролонка, это наверняка надышалась пылью, которую я выдувал из компов. Да, да. Вопросики, вопросики, вопросики. Тут еще все боксы, они все с приводом зачем-то. Ну, я понимаю, это офисное решение, скорее всего. Есть Aircool за 2000 рублей с какими-то разноцветными вентиляторами. У-у-у, разноцветные вентиляторы. То, о чем я всегда мечтал. Без этого просто никуда. Стеклянная крышечка. Все как надо. И разноцветные вентиляторы. Да. Что-то как-то... Я думал, сейчас будет целая куча крутых, модных, стильных, молодежных корпусов. А тут какая-то херня. Разочаровывающая херня. Теперь все стримы будут на твоем канале? Нет. Нет. Сегодня будет стрим на Wylsacom. Ознакомительный стрим по Doom Eternal. Где я сначала поиграю немножечко в самое начало игры, расскажу про самое начало игры. А потом мы переместимся немножечко, ну не в середину игры, но где-то подальше немножечко. Жгутик на пальце зачем-то. Где посмотрим на другие возможности и механики Doom. Небольшой ознакомительный стрим. Теперь на Wylsacom, на стримах Wylsacom будут примерно такие вот. А всякая гиковская история, типа как я собираю железки или как я прохожу какие-то игры, они будут здесь. Они будут здесь. Они будут на этом канале. О, я нашел Formula GM706. Вот, такой бы я, только он белый, правда. И он всего один. Черт. И у него цена еще выросла на безумную. Как обычно, найдешь какой-то красивый бокс, и он его нельзя. Он недоступен. Недоступен для твоей страны. Для твоего бюджета. Ну вот есть какой-то Aircool, но он как-то со скошенной какой-то панелью передней. Что за светяшками какими-то. Ладно, 11 минут уже прошло, а я все блоки эти выбираю, дурацкие. Потом сам выберу, потом еще выберу. А вот я нашел формулу, опять нашел формулу. У него даже оценки хорошие, 4,5, между... опять одна цена. Так это то же самое, почему он опять в списке? Что происходит? Почему опять мне попался в списке? Залмановский тоже блок неплохой. Но он какой-то высокий, я хочу маленький, чтобы невысокий был. Ладно, хер с ним, потом разберусь. Ой. Будешь расписание делать? Входите на стримы и все узнаете. Вот мое расписание. Расписание есть на Wylsacom, а тут расписание довольно хаотично происходит. То есть я стараюсь стримить каждый день, но не всегда есть что постримить, поэтому... О, X-Gate с тремя вентиляторами на передней панели. Вот я... На, опять всего один. Одна картинка, все. Ладно, хер с тобой. Все, хватит. Все, закрываю окошко, беру... Наоборот, надо открывать окошко, потому что надушнил. Беру телефончик в руку, включаю экраны и начинаю вещать для вас новости. В магазин Bethesda свежую Doom Eternal оказалось... А, в магазине. Я думал, завезли свежую Bethesda. Завезли свежий Doom в магазины. В магазине Bethesda свежую Doom Eternal оказалось без... Да тут написано свежую. Почему свежую? Свежая. Doom Eternal оказалось без защиты Denuvo. Подробнее. Подобное уже случалось с релизом Rage 2. Пользователи сети уже воспользовались ситуацией. Воспользовались этой падением Дума. Сняли свои штанишки и воспользовались ситуацией. На фоне угроз ядерной войны, карантина и пандемии, пользователи начали шутить о том, что 2020 год срежиссировал Роберт Б. Уайт. Теперь на мемы отреагировал сам режиссер. Он попросил людей не винить его в этом. Печально. Так, это все то же самое. Релиз книги о вселенной Cyberpunk 2077 теперь запланировано на июнь. Хорошо.
Видео дня. Microsoft отмечает миллиард активных устройств Windows 10 и спойлерит новый Disigon. Вот тут вот есть даже ролик есть. Мы его сразу можем посмотреть. Прям мгновенно. Ворвался ролик к нам. И здесь можно увидеть новые Disigon. И оглохнуть еще можно немножко. Что нового? Во-первых, поменяют иконки с квадратных на уродские. Ну, на мой личный взгляд. Мне кажется, предыдущие лучше. Ну, посмотрите, реально понятнее были предыдущие. Расширят Windows еще на полэкрана. Ну, персонализация тут все ясно. Можно будет поменять курсоры, поддержка контроллера специального. Единственное полезное, вот что полезное реально есть. Ну куда? Это вот менеджер окон. Да, вот это то, чего мне лично не хватало, что нормальный менеджер окон, чтобы он нормально работал, блин. Потому что сейчас он работает через жопу. Серьезно, даже когда у вас все настроено вроде бы правильно, менеджер окон все равно работает как-то странно. У меня, например, у меня один монитор расположен над другим монитором, маленький и большой. Так вот, иногда бывает так, что когда я на верхнем мониторе, маленьком, пристыковываю окно к верхней стенке, у меня это окно растягивается просто снизу, точнее, сверху вниз просто на все окна растягивается. Такой... Типа, чего? Windows, ты не понимаешь, что у меня верхняя — это отдельный монитор, а нижняя — это отдельный? Нахрена ты мне просто вот такую вот пленку растянул, размотал сверху вниз? А, например, Discord тоже очень сильно тупит в этом плане. У него есть какие-то фиксированные размеры, от которых он не может отступать. И поэтому, если у вас разрешение... ниже нужного, то он начинает выступать за углы. А если ты пытаешься нормально его к чему-то пристыковать, он куда-то лезет, куда-то... Ну, то есть, одна из очень печальных вещей, которая в целом могла бы быть лучше и проще, это менеджер окон в Винде 10. Причем, вы можете за отдельную денежку купить довольно неплохие менеджеры окон, которые настраиваются очень гибко, очень просто. Вы можете там... Ну, реально очень удобно. Я одну такую скачал, триал-версию попробовать. Она мне очень понравилась. Я, правда, так в итоге не купил. Ты же подумал, да, и так справлюсь. Ладно, нормально, терпимо. Но она работала просто великолепно. То есть все это менеджерилось очень изи, туда-сюда ставилось. Надеюсь, что в новом апдейте Винды все это будет нормально работать. Очень бы хотелось. В целом, больше мне ничего от Винды-то и не надо. В остальном она работает нормально. Ну, то есть, проблемы драйверов — это уже проблемы железок в том числе, не только Винды. Проблемы софта. Вот. Но именно менеджер окон — это вещь, которая меня несколько вот тревожит. Потому что, опять же, у меня к одному компьютеру подключено 3 монитора. Причем 2 из них в 16:9, а один из них 9:16. То есть он в книжной вариации стоит. И менеджмент окон довольно такая штука важная. Иногда еще Винда начинает тупить с этими... Потому что мониторы разные, разных разрешений, и Винда начинает несколько тупить по этому вопросу, и там у тебя начинаются моргания экрана какие-то. Ты один монитор вытащил, например, зачем-то тебе надо было переподключить. У тебя на другом мониторе почему-то поменялось расположение окна, там, точнее, расположение рабочего стола. Ты такой, ты не можешь запомнить Windows, ты не можешь запомнить окна? Я, блин, сижу каждый день, включаю каждый день. Ты не можешь... тупо запомнить, как расположены окна? Что ты? Что? Я тебе столько памяти отдал, столько жизни, жизнь свою отдал, а ты не можешь запомнить расположение окна. Это немножечко печалит, но не критично, не критично. В целом, все в порядке, все в порядке. Сегодня к этим Винду? Да нет. Наоборот, я радуюсь скорее тому, что они добавят, ну, какой-то более удобный менеджер окон. Этого, на мой взгляд, не хватало, и это хорошая вещь. Так, что еще? Сеть магазинов GameStop отказалась закрывать магазины из-за пандемии, назвав свои товары необходимыми. Для тех, кто переходит на удаленный режим работы, компанию уже раскритиковали за то, что она подвергает своих сотрудников опасности. Вот так вот. Создатели Metroidvania The Messenger
анонсировали ее приквел, пошаговую ролевую игру Sea of Stars. История двух детей солнцестояния происходит в той же вселенной, и игроков ждут десятки оригинальных персонажей и новых сюжетных арок. Вау! Выглядит это вот так. Пошаговая какая-то такая милая игра. Скачай таблетку, зачем платить? Да не, я так не хочу. Я бы заплатил, нет никаких проблем. В этом нет. Она тем более там стоит вроде немного. Просто я подумал такой, надо ли мне платить? Надо ли мне платить? Настолько ли она мне нужна? Я такой, нет, она мне не настолько нужна. И я просто ее удалил, и все. Кролик найден, пацаны. Видите, кролик найден. Вот там вот на картинке вдалеке. Спойлеры. Найден кролик. Nokia представила обновленную версию 5310. Но зачем? Nokia. Ну, представила и представила. Демо Resident Evil 3 стала третьей игрой с самым большим количеством одновременно играющих людей в серии в Steam. 19 714. Я вчера меня кто-то спросил про то, а выйдет ли, когда выйдет в Steam, и я почему-то сказал, что, наверное, не выйдет, потому что, наверное, только на консолях она выйдет. Но я был катастрофически неправ. На самом деле, вчера вечером Resident Evil 3 демо вышла в том числе и в Steam. То есть до этого она вышла на Xbox One и PlayStation 4. Можно было там поиграть. А вчера вечером она спокойненько-преспокойненько вышла в Steam, где в нее можно спокойненько-преспокойненько поиграть. Единственная проблема, что ее немножко сложно найти. А даже если вы вбиваете в поиск Resident Evil 3... Точнее, там Resident вы вбиваете, и вам, скорее всего, в поиске Steam'а выдаст Resident Evil 3 и Resident Evil 2. Но надо вписать полностью Resident Evil 3, и так, только тогда в поиске появится там Raccoon City, что-то 3 демо. Только тогда ее как-то можно... Во всяком случае, я вчера искал ее на главной, не нашел, и мне даже показалось... Я сначала прочитал новость, Resident Evil 3 вышла, демо Resident Evil 3 вышла в Steam. Я такой, о, круто! Вот, кому-то говорю в чатике, типа, вот, а да, она вышла, можно поиграть. И иду сам в Steam посмотреть, и не могу ее найти. Так, мне кажется, меня развели, и я еще кого-то развел. А потом еще чуть-чуть получше покопался в поиске и нашел ее. Вот. Ну, учтите, что ограничения времени там нет, то есть вы можете в целом играть, сколько вам влезет, но есть такая проблема, что там геймплея минут на 15. Вот. То есть не очень длинная демка, коротенькая демка. Топ. Resident Evil 2 74 тысячи игроков, Resident Evil 7 20 тысяч игроков, Resident Evil 3 Raccoon City демо 19 тысяч, ну и там дальше уже в целом особо не важно. Есть все признаки полагать, что Resident Evil 3 побьет рекорд всей серии уже в полноценном виде 3 апреля. Ну, кстати, да, сегодня 20 марта, со всей этой пандемией, долларами и прочими, сегодня 20 марта, а игра выходит 3 апреля, то есть в начале следующего месяца. Осталось всего ничего. Ты сыграл в нее? Нет, я в нее не играл. Посмотрел пару стримов, не играл. Ну, знаете... Мне кажется, что есть смысл дождаться уже релиза. Я просто, скажем так, я не сомневаюсь в Resident Evil 3. Вот у меня прям, мне не надо играть в демку, чтобы понять, что это будет Resident Evil 2, только сложнее, лучше и больше. Ну, сложнее не в плане сложности, хотя говорят, что этот местный титан, он же Немезис, будет вам досаждать довольно активно. Несколько активнее, чем это делал мистер Икс. Он же Титан, он же синерожий мужик. Помятый синерожий мужик в костюме. Вот. Но в остальном, я даже не сомневаюсь, что у них, ну, получится так же хорошо. Resident Evil 2, напомню, я прошел полностью. По-моему, мы на стримах его проходили. Но я помню точно, что я его прошел. А также в Resident Evil 2 играл Илья Овчаренко и Петр Сальников. И, скорее всего, у них будет в том числе такой же стрим, где они вдвоем будут играть и орать. Но теперь, наверное, будут на ПК играть. Помню, в Resident Evil 3 старом можно было убегать от Немезиса и не драться с ним. Но здесь то же самое будет. Здесь абсолютно то же самое. Это будет аналог Титана из Resident Evil 2.
где вам надо будет от него бегать. Но только в этот раз Немезис более активный. У него есть какие-то щупальца, которые могут вас притягивать к себе. У него есть, я так понимаю, оружие. Там он чем-то, или огнемет, или базук, он чем-то вас стрелять еще будет. А плюс он может совершать прыжки. Такие, ну, резкие ускорения, да. Плюс вели уворот какой-то вели. Но это КТЕ, я понял из геймплея, что это КТЕ. Из серии, когда на вас там лезет какая-нибудь тварюга, вы можете быстро прожать кнопку, там, у ворота, и ваш персонаж просто увернется от укуса и пойдет дальше. Ну, видимо, от Немезиса тоже можно будет подобным образом увернуться, ну, но все равно будет жопно. Все равно будет жопно, страшно, мало патронов. Почему аналог? Это и есть тиран. Тиран. А, я его Титановым называл. Аналог, потому что он несколько злее и страшнее, вот и все. Как перекат в DS? Ну, вроде того, наверное. Крупное расширение Sunset Harbor для City Skylines позволит выстроить живописный город на берегах залива. Для строительства городов будет достаточно еще 5 карт, а еще в игре появятся в том числе рыбные индустрии и другие нововведения. Так, вот альбомы. Драма вне игры с Беном Аффлеком выйдет в цифре уже 24 марта, в один день с Хищными птицами и Джентльменами. Фильм станет доступен спустя всего 15 дней после старта проката, хотя рекорд пока принадлежит Бладшоту. Он выйдет через неделю после начала показа. Microsoft представила DirectX 12 Ultimate. Этот стандарт должен принести улучшение графики на ПК и консолях. Давайте почитаем, что это там Microsoft такое выкатило. Картинка из 2000-х. Ну, это как будто в Paint даже. Нет, даже не в Paint, не знаю, клип-арт какой-то. В рамках мероприятия DirectX Innovation Day корпорация Microsoft анонсировала новую версию графического интерфейса DirectX 12 Ultimate. Этот стандарт должен привнести улучшение графики на ПК и консоли, причем сделать это раньше, чем другие. API не содержит в себе каких-либо революционных технологий. Он просто объединяет под одной крышей существующие порознь стандарты. Списки есть. DirectX Ray Tracing обновлен до версии 1.1, отвечает за трассировку лучей. Реалистичные тени и отражение. Variable Rate Shading разбивает отражаемое на экране пространство для рендеринга с разной детализацией. Mesh Shader обеспечивает контроль взаимодействия приложения с GPU. Sampler Feedback позволяет повторно использовать уже просчитанные текстуры, а также быстрее загружает их. Карты NVIDIA ранее использовали эти технологии, хотя и по... Карты NVIDIA ранее использовали эти технологии, хотя и по отдельности. Но теперь их получит и графика AMD, хотя только будущее. DirectX 12 Ultimate будет доступен для архитектуры RDNA 2, на которой, как я правильно понял, строятся как раз текущие консоли. Похоже, что это своеобразный ответ Microsoft на расширение Vulkan, анонсированный на днях. В любом случае, это подстегнет игровую индустрию и позволит улучшить графическую составляющую видеоигр. А мы можем с вами посмотреть ролик. AMD RDNA 2 Microsoft Ray Tracing Running on AMD RDNA. Ну, что-то лагает уже сразу. Что-то прям сразу лагает. Мгновенно лагает. Ну, Radeon, понятно. Новый DirectX будет работать только на картах 20XX у NVIDIA, что логично. Логично, да. Но в данном случае они вводят... В данном случае у NVIDIA уже есть ретрейсинг. Эта вся история подвязана под AMD как раз. Они просто сделали такой пакет, графический пакет, который будет поддерживать всю эту историю. Это антиреклама. Да это технодемка обычная. Понятное дело, что это не то, что плохо нам, это нормально. Дымится, да? AMD.
Е-бой. Е-бой. Такая вот история. Оказывается, в Bethesda.net была версия Doom Eternal без защиты Denuvo. Delete this. Doom Eternal побила рекорд серии по количеству одновременно играющих людей в Steam. Более 75 тысяч. Doom 64 стала самой популярной игрой среди классических частей серии. Doom Eternal 75 тысяч игроков. Doom 16 года 44 тысячи игроков. Doom 64 1200 игроков. Doom 3 BFK Edition 1000 игроков. VR Doom 615. Doom 3 560. Ultimate Doom 168. Doom 2 110. Final Doom 34. Удивлены этой новостью 0. Так, Gabe Newell дал... Да, это дал. Дал интервью уже всем. В сюжетном трейлере ролевой игры Fairy Tail показали основных протагонистов и нового героя. Почему у него он нет носа? Guildards, join the fight! Окей, какое-то аниме. Мик Гордон стримит музыку Doom Eternal. Вот так и будем собирать вырезки до официального релиза саундтрека. Новый слитый скриншот Half-Life Alyx с дискетой 50 игр в одной всего за 500 рублей. Как отметили инсайдер Тайлер Маквикер, Valve разослала ключи некоторым людям, которые не стесняются распространять спойлеры, поэтому будьте готовы... Увернулся. Будьте готовы к спойлерам, которые мы не прочитаем. Наш совместный... Вот это, кстати, не то, чтобы прям, ну, залетаю, на... чтобы похейтить, но наш совместный с Electronic Mushroom 24-часовой стрим по Doom Eternal продолжается. Зашел я вчера, причем было написано сначала, что это марафон. Я заходил вчера два раза на этот стрим, и два раза я натыкался сначала на топ-шутеров от игромании, потом на обзор... Doom Eternal от игромании и пару раз смотрел рекламу. Так я и не понял, где там марафон и кто там в это все играет. Хотя написано, что там какие-то спидраны, челленджи, что-то еще такое. Но что-то ничего такого не было. Интересный марафон и конкурсы тоже, и спидраны интересные. Релизный трейлер аренного боевика Bleeding Edge от разработчиков DMC и Hellblade наполнен жесткими приемами, кровавыми столкновениями и эффективными добиваниями. И героям все это нравится. Ну, давайте посмотрим. Я, на самом деле, прохладно отношусь к Bleeding Edge. Мне кажется, подобные игры, ну, не очень-то и нужны, но ребята, видимо, знают, что делают. Давайте посмотрим этот Bleeding Edge. Ох уж этот Bleeding Edge. Ninja Theory. Following the illegal hacking of human augment systems, black market cybernetic technology continues. Просто это мультиплеерный проект. Исключительно мультиплеерный проект, и он не очень шутерный. Он такой более, я даже не знаю, как экшеново. Хотя нет, там есть шутер. Ну, там есть стрельба, но все равно как-то. Короче, очень странный. Очень странно. Выглядит как Overwatch Lore Breakers. Выглядит как очередная попытка сделать Overwatch, но только зачем? Видите, они здесь очень много сражаются мили. Какие-то у них шипы, какие-то у них палки, пилы. Вообще, вот сколько смотрю, выглядит как клёвый... Знаете, ощущение, как от
клипов по Lineage. Вот, вот такое у меня ощущение. Типа смотришь, клево, они так поют, там анимации и прочее, но играть в Lineage, господи, что я несу. League of Legends. Вот клипы League of Legends, вот такое же ощущение. Смотришь, очень классно, очень клевые анимации, хорошо сделано. Я по несколько раз смотрел клип, как они там, Два или Дива, или как они там называются. Короче, вот этой группы девчачьей, которые они сделали под League of Legends. Но это не заставит меня играть в League of Legends, КДЕ. Да? Но это не заставит меня играть в League of Legends, потому что я прекрасно знаю, что этот клип не имеет ничего общего с геймплеем. Здесь, конечно, понятное дело, что это типа геймплей, но клип, ну, трейлер сделан клево, но я же прекрасно знаю, какая игра. И, ну, не знаю. Ну, она, мне кажется, она не нужна сейчас рынку. Вот вам чат, ставьте плюс, кто будет играть Bleeding Edge. Без вот, без хейтерства. Может, я просто, ну, не знаю, зажрался. Может, я просто нубас. Ну, это одно другому, конечно, не мешает. Но конкретно вот в случае кажется, что рынку на данный момент эта игра абсолютно не нужна. Никому не интересно сейчас играть в некое мультиплеерное Sekiro. Про эхо из УВ уже сказали пару слов. У нас вчера уже было эхо. Игра выглядит как мультиплеер Sunset Overdrive. А есть еще одна игра, про которую все забыли. Я тоже уже забыл, как она называется. Ее делали... По-моему, ее делали ребята, которые делали... Metal... Короче, игру на тачках они делали. Как она... Я забыл, я не помню. В общем, была игра мультиплеерная, чисто мультиплеерная, где были именно сражения, милишные сражения. Twisted Metal, да. Вот, по-моему, ребята, которые делали Twisted Metal... Я вспомнил, Anarchy Reign она называлась. Anarchy Reign. Вот. Там был примерно, там один в один там, короче, был. Там был Overwatch, только милишный. У вас были арены небольшие. Вы туда выходили разными персонажами, были разные герои, у них были разные абилки. Это такая помесь, даже так, это такой файтинг. Даже был скорее, да, это даже не то, что... Это был файтинг, но мультиплеерный на арене. Я помню, что я очень долго выкладывал, по-моему, еще во времена Games TV, я выкладывал ролики с новыми персонажами, но в итоге об этой игре, мне кажется, никто не слышал и никто не помнит, и она где-то там забылась давным-давно. Вот мне напоминает Bleeding Edge, мне напоминает именно ту Energy Rain. Она была клёво, выглядела во всяком случае клёво. Platinum Games их делали, окей, значит я ошибся, значит... с другой игры. Ну, то есть игра та же, я ошибся с разработчиками, да. Но я просто запомнил довольно клевую стилистику, довольно активный экшен. Там тоже были всякие разнообразные предметы. Пилы на уровнях были, вы могли забросить. Вы могли сражаться с тем, с кем хотели сражаться. То есть у вас не было какой-то... Вы вот смотрите, вот тот вот. Там был какой-то дикий замес, знаете... Дикий замес битэмапов, файтингов и мультиплеерных типа шутеров. Вот. При этом шутинга как такового не было, только драки. И выглядело это все довольно интересно, но никому это не было нахер нужно. Вот с Bleeding Edge, мне кажется, будет абсолютно такая же ситуация. Игра будет неплохой, механики будут неплохими, но это нафиг не нужно. Нафиг не нужно. Что одно дело сражаться там с неписями, да, палкой бить неписей, а другое дело палкой бить друг друга. Ну, то есть, я понимаю, есть игры а-ля Мордехау там или что-нибудь такого, там есть какие-то хитрецные механики. А тут... Ну, поживем, посмотрим. 24 числа выходит игра. Она еще и выходит очень неудачно, потому что 23-го выходит Эликс. Я понимаю, что не каждый сможет в нее поиграть, но хайпа на старте у Эликс будет куда больше, и этот Bleeding Edge просто, ну, забудется и исчезнет. Если только какой-нибудь журнал, типа,
не знаю, еврогеймер или еще какой-нибудь внезапно не начнет его со всей силы хайпить и кричать на, во все стороны, что это лучшее, во что можно поиграть. Но пока что такая ситуация, как я понимаю, с Valorant от как раз от Riot'ов. Говорят, что именно Valorant станет... Ну как, не говорят, а первые, по первым отзывам ощущение, что именно Valorant станет неким следующим мультиплеерным, мультиплеерным шутером таким достаточно популярным. Мордыхау, да. А в апреле разработчик Sea of Thieves планирует переделать все PvP-арены. Теперь на них не будет карт сокровищ, лишь помеченный маяком одинокий сундук. Сами арены станут компактнее, да и бои на них станут заметно короче. Начинайте новый день вместе с огромным Думгаем в Мельбурне, который был создан аккурат к сегодняшнему релизу игры. Уже успели опробовать? Вот такой вот. На улице Каледониан, Л.А. Дисней на неопределенный срок отказался от отчетов о кассовых сборах. Это означает почти полную остановку аналитики по мировому бокс-офису. В США не работают 96% кинотеатров, а в остальном мире они либо закрыты, либо открыты с ограничениями. Сердце большого кино остановилось как минимум до начала июня. Такая вот печалька. Так, давно хотел создать город своей мечты в City Skylines, но вам не хватало рыбной промышленности? Colossal Order и Paradox Interactive анонсировали дополнение Sunset Harbor. Окей. Кстати, до 6 марта, то есть до следующей недели, в магазине Epic Games Store можно бесплатно и навсегда забрать Watch Dogs и The Stanley Parable. Надо забрать Stanley Parable, я так в нее не поиграл ни разу. Не рулон туалетной бумаги, но в целом сойдет. Watch Dogs у меня, по-моему, есть. Или я в него играл уже, я даже не помню. Microsoft в честь достижения отметки в 1 миллиард. Да, это тоже у нас было. GDC 2020 пройдет с 4 по 6 августа. Под названием GDC Summer. Doom Eternal и Animal Crossing by Insanity. Все оформили предзаказы. Так, это все хорошо, а где моя картинка? Так, стоп. Стоп, машина. А, о, какая-то картинка появилась, только где-то она сползла куда-то. Так, сейчас, подождите, я пойму, что тут происходит. Что тут вообще происходит? Ёпт. Это не то. Так, окей. А, вот, все, я понял, что происходит. Вот этот вот... Оп. Уполз. Экранчик уполз просто. А, я понял, почему. Он не уполз, я его забыл передвинуть, когда передвигал весь дизиган передвигал, я забыл его передвинуть. Вот, все. Поэтому немножко сбоку. А, заново давайте посмотрим. Окей. Хорошо. Понятно. Все понятно. А чего я ожидал? Чего я ожидал? Симпатично. Организаторы GDC проведут специальную версию конференции под названием GDC Summer. С 4 по 6 августа. Она планируется не в онлайне и должна сохранить общий уровень мероприятия. Саймон Пэк и Ник Фрост записали видео, в котором обвинили
обновили свой план по выживанию из фильма «Зомби по имени Шон». Разумеется, чтобы спастись от коронавируса. Теперь не нужно убивать отчима и ехать в паб. Надо оставаться дома, готовить чай и ждать, когда все это закончится. Такой вот расклад. Перспективы. А, это анонсики. Rockstar обновила Grand Theft Auto 4, убрав Games for Windows Live, мультиплеер и списки лидеров, но объединив базовое издание игры и Liberty City в полное издание. Плюс не забывайте о достижениях в Steam. Ей! В GTA появились достижения. Наконец-то я чего-то достигну, хотя бы в GTA. Microsoft представила DirectX 12 Ultimate. Да. Да. Для... А, это если вы мы пропустили. Прошедшая вчера презентация PlayStation 5 для разработчиков удивила многих игроков, ожидающих красочного шоу. Она сумела породить целую лавину шуток и мемов. Собрали и их в свежей заметке. Давайте посмотрим мемасики. Мы же любим с вами поржать. Ха! Sony лыханулась! Кек! Ну, это мы все пропустим. Devolver Digital нам пишет. Если перевернуть логотип PS5 вверх ногами, то получится SSD. А это наверняка значит, что в PS5 будет SSD. На случай, если вы не смотрели презентацию PlayStation 5, то вот вам краткое содержание. У PS5 будет SSD. Ну, это типа... Вы думаете, я с вами тут игры играть буду? Ну, тут без объяснений. Тут все понятно. Я, услышав что-то... Иду в техникум, чтобы узнать, как настроить звук на моей PS5. Что? Это... Да все, тихо, все, хватит, говорю, все, я понял, осуждаю тебя. Этот экзамен я точно провалю. Конференция PS5, ожидание и реальность. Ну тут все понятно, слева картинки, куда тебя понесло? Какой твиттер тебя понесло? Узнаете, что происходит в мире? Да не мне зачем это все? Причем слева картинки, справа картинки. Слева как будто... Слева мы ждали игры, консоль, геймпад. Справа вон картинки там с теплом. У меня такое ощущение, будто я вернулся в вуз. Спасибо, сэр, теперь я могу сам сделать себе PS5. Мне вот это больше всего понравилось. Так много важной информации рассказали инженерные, что реально как будто ты можешь сам теперь собрать. Metal Gear Solid 2, Song of Liberty, директор Хидео Коджима. Да. Немало шуток породил сам докладчик Марк Церни, архитектор PS4 и геймдизайнер. Его доклад готовился для конференции GDC 2020, так что не имел ничего общего с привычными игроками... игрокам выступлениями развеселых руководителей студии на игровых выставках. О боже, это произошло! Он пошевелился! Думаю, эта картинка дает представление о том, что происходит. С этого и начались все проблемы. Это улыбка. Это чертова улыбка. Подпишись, чтобы разблокировать еще 4 скрытых изображения. Простите. Я в ходе презентации PS5. Когда я умру, этот парень встретит меня у врат и объяснит, почему я попаду в ад. Xbox Series X против PS5. Теперь это выглядит так. Sony дождалась, когда коронавирус разгонит все человечество по домам и представила PS5. Консольные игроки открывают для себя SSD. Хорошо, забавненько.
порофлили, слегка порофлили. Каннский кинофестиваль все же не состоится в середине мая. Смотры отложили из-за пандемии коронавируса. Когда именно его проведут, не ясно. Но организаторы ориентируются на конец июня. Следим за происходящим в нашей хронике. Какая-то чертовщина творится. Сегодня зашел в PSN со своей плойки. Мало того, что акция Мегамарт уже который день написана на буржуйском языке, так еще появился большой постер бесплатный Call of Duty Warzone. Ха-ха-ха. Да, так вот Sony любит тебя. Купи PlayStation 5. Купи SSD впрок. В подкасте Kotaku Джейсон Шрайер рассказал, что разработчики в анонимных разговорах охарактеризовали мощность PS5 и Xbox Series X. Журналист говорит, что PlayStation все хором называют революционной, а Sony сейчас допускает фатальные ошибки в пиаре. Революция! В рамках подкаста Kotaku Split Screen Джейсон Шрайер вновь повторил, что в последний месяц он слышал от разработчиков исключительно восторженные отзывы о PS5. Мне кажется, это голоса в его голове. Сейчас люди открывают спецификации консоли и видят, что у PS5 10,2 терафлопса, а у Xbox Series X 12. И все такие: «О боже, Xbox мощнее, чем PlayStation!» Но в то же время люди, с которыми я говорил в последние месяцы и даже годы... Я годами говорил с некоторыми людьми, а они мне отвечали: «Шрайер, отъебись, дай поработать, нам тут девкиты привезли, а ты нас своими тупыми вопросами досаждаешь». Шрайер такой: «Ну как, удобно? Удобно? А сейчас удобно? А сейчас? А сейчас удобно?» Но в то же время люди, с которыми я говорил в последние месяцы и даже годы, которые реально работали с PlayStation, реально, мои кореша, реально работающие с PlayStation, анонимно говорили: «Эта штука — зверь. Всего 9,90. Это одно из самых крутых устройств, что мы видели или использовали прежде». Мне кажется, они не очень по назначению его использовали. Ну просто... Ну я не знаю, разработчик игры, который там, ну, на фоне, знаете, разговоров про кранч и прочее, разработчик игры кричит просто: «Это просто лучшее, что мы вообще использовали!» Что? Что? Я первый раз слышу, чтобы кто-нибудь говорил что-нибудь подобное. Ну, то есть, понятное дело, что люди, переходящие, там, я не знаю, с аналогового на цифровые устройства, там, что-то такое, там, в сфере какой-нибудь разработки или в сфере, там, какой-нибудь заводской, наверное, они нечто подобное могут сказать, да? Типа: «Ой, мне... Или мне, наконец-то, там, купили комп лучше», ну, тут, чтобы вот прям так... «Лучшие! Лучшие!» В ней так много революционных вещей, так много закулисных. Мне кажется, ну, типа, ну лукавство же. Ну, согласитесь, но это лукавство. Смотрите, вы условный, не разработчик, да? Вы условный работник и работаете с условной программой. Я не знаю, 1С Bittrex. Есть такая же программа, да? Вот. Вы условный, вот вы с ней работаете. У нее есть там какие-то баги, лаги, вы их уже изучили плотно, вы уже все знаете, знаете, куда нажать, когда что-то отвалилось, все хорошо. И тут вам приносит совершенно новый софт. Вы же ни хрена в нем не понимаете. Вам понадобится несколько лет, чтобы в нем разобраться. И самый главный момент, что вы уже привыкли работать на одной из программ, которая, может быть, работает не очень хорошо, но она работает, и вы уже знаете, как она работает. А тут другое, что-то другое. Мне кажется, в таком случае вы не будете хвалить. Вы скажете, что да, та программа работает лучше и быстрее. Но я пока не могу сказать вам точно, потому что, ну, еще не все понятно. Еще не все понятно. А тут он так описывает, что в ней так много революционных вещей, так много закулисных инструментов и функций, и других деталей, находящихся за пределами моего понимания. Но я журналист, а не инженер. Так, стоп, не понял. В то же время, люди, с которыми я говорил в последние месяцы, даже годы, которые реально работали с PlayStation, анонимно говорили: «Эта штука-зверь. Это одно из самых крутых устройств, что мы видели или использовали прежде. В ней так много революционных вещей, так много закулисных инструментов и функций API и других деталей, находящихся за пределами моего понимания. Но я журналист, а не инженер». Ну, да.
Ты журналист, а не инженер. А почему ты решил, что там много революционных вещей или закулисных инструментов, функций? Я не понял. Шрайер считает, что с начала 2020 года компания совершает фатальные ошибки в продвижении. В целом же все говорят, что обе консоли невероятно мощные и во многом похожие. Но и отличаются друг от друга разными крутыми деталями. Они обе впечатляют, но из-за того, как Sony представила свою консоль и продвигает ее, нарратив стал таким. Xbox намного более мощный, чем PlayStation. Я думаю, что это может быть фатальной ошибкой Sony в этом консольном поколении. Может, это и будет забыто, если PS5 окажется дешевле или выйдет с убийственной стартовой линейкой. Может, что-то из этого будет иметь значение в ноябре. Или обе консоли не смогут выйти в ноябре. Но прямо сейчас Sony теряет хватку после стольких лет умных решений подряд. Мне кажется, у Шрайера уже кукуха поехала. Он совсем перестал фильтровать базар и просто уже несет хероту, будучи на 1000% уверен, что он прав. Не, ну он может, знаешь, есть просто банально, ну, вера, надежда, любовь. Ну, то есть ты что-то прочитал, узнал, и ты веришь в это. Это нормально. Ну, в этом нет ничего такого. Просто когда ты свою веру замещаешь... Ну, стоит отметить, что, ну, там, стопроцентной правды, объективности, ну, не существует. То есть, вот, терафлопсы, да, вот эти, которые сравнивают, это объектив. То есть, по общей, там, суммарной мощности, Xbox превосходит PlayStation 5. Xbox Series X превосходит. Да, так и есть. Это объективная информация. Это сухие вычисления. По сухим вычислениям Xbox превосходит. Но это не говорит ничего абсолютно о том, какие игры, как они будут работать и как вообще все будет работать. У вас может быть 12 терафлопс, а ни хрена не будет работать, например. Все ваши терафлопсы будут сидеть в сторонке и отдыхать. У вас может быть, ну это как... У вас может быть, не знаю, двигатель на 1000 лошадей, но он взорвется при первом же старте. Но он на 1000 лошадей. Да, определенно, он на 1000 лошадей. Он самый мощный двигатель в мире. Но как только вы заводите, он сразу взрывается. Или не заводится вообще. Но он на 1000. На 1000, да, самый мощный. Ну, понятно это. Поэтому по сухим вычислениям, да, Xbox впереди. По влажным фантазиям плойка будет. AMD-видюхи так-то имеют больше терафлопс, чем NVIDIA. Ну, AMD-видюхи... AMD вообще стоит дешевле, чем NVIDIA. Это первое что. Но в итоге технологии продвигаются за счет AMD. Ретрейсинг... Ой, за счет NVIDIA, простите. Ретрейсинг, всякая прочая херня. При этом AMD, мне кажется, имеет... По-моему, он имеет больше рынка за счет того, что они базируются в консолях. А то суммарно продажи AMD, по-моему, выше, чем у NVIDIA. Но при этом NVIDIA считается некой такой элитарной херней. AMD считается, что, ну, ты сэкономил. Типа, ты сэкономил для потому что у тебя не хватает денег на RTX. Поэтому ты купил себе не RTX. Та же история с Intel'ами, да, той серии. Те, кто покупают себе AMD-шники, они кричат: «Да Intel переплата, говно, вот рузины, они мощнее». А тот, кто покупает Intel, говорит: «Ну, у меня просто есть деньги на Intel, а у тебя нет. Я не купил себе Ryzen, потому что я могу позволить себе Intel. Могу позволить себе i9, там, 990, что-нибудь такое». Так что... уже оговаривается в пользу AMD, да. Так что все это... цифры, все это цифры. Пока вообще нихера не понятно. Реально вообще нихера не понятно. Все мы знаем, что в этом десятилетии победит настоящий гигант Nintendo Switch Lite Pro X Series Mario Edition. Каждый свое место защищает. Именно. Нет, просто я не имею ничего против там Ryzen, AMD-шников, ничего. Они дешевле, да. Но у них за счет дешевизны есть свои минусы. Просто не бывает так. Понимаете? Не бывает так, что ты заплатил мало, а получил больше. Понятное дело, что бывает так, что ты переплачиваешь за бренды. Тут я абсолютно согласен. Есть такие бренды. Но все равно КПД так не бывает. Если ты заплатил меньше,
скорее всего, ты чем-то пожертвовал. Произошли какие-то... Произошли пожертвования, понимаешь? Потому что, ну, есть себестоимость технологий, есть себестоимость того, сего, есть там маржа, хержа и прочее говно. Вот. Я ни разу не брал карты от AMD. Я работал с компом. У нас нам привозили чисто AMD-шный, ну, как мы его собирали, по-моему, или привозили, не помню, чисто AMD-шный комп. Ничего в нем плохого нету. Ну, типа, мы его запускали, там не самый топовый был, то есть не самый продвинутый, но ничего, запускали, нормально, работал. Его, по-моему, можно было купить весь комп, что ли, за 40 или за 50 тысяч, ничего. Doom, помню, по-моему, запускался, нормально, все было хорошо. Есть наценка бренда? Есть наценка бренда. Так у всех есть наценка бренда. Вы что думаете, вы когда за AMD платите за видеокарты и прочее, там за процессор Рузин, вы не нету там наценки, вам просто с завода, сотрудник завода прям сделал и несет прям в ручки? Там все то же самое есть. Все то же самое есть. 1159, хейтим все без разбора. Нет, мы разбираемся и хейтим. Это разные. Без разбора это просто говорить, это говно, то говно. А мы сейчас, видите, проводим глубокую аналитику. Аналитику проводим глубокую. И хейтим по аналитике. Все нормально. Как же акции в Маке? Заплати 50, получил 2 чизбургера, наелся в 2 раза больше. Нет, акция это немножко другое. И плюс, ну, давайте не будем сравнивать еду и железочки. Там немножечко другие... По-другому складываются цены. Но, кстати, там тоже вы можете дома попить кофе, не знаю, за себестоимость стаканчика кофе, там, я не знаю, ну, может быть, 50 рублей, может быть. А в кофейне вы побьете его за 300 рублей. Ну, то есть... Потому что вы еще оплачиваете работу, аренду и все, что можно. Также, кстати, работает и, например, с одеждой. Поставщик, точнее, продавец закупает оптом одежду, и ему одна майка стоит там, ну не знаю, 100 рублей. А вам он ее продает за 1000 рублей и получает с этого маржу. Вот так вот, так и работает. Так и работает. Поэтому так-то наценка есть на все. Вы, мне кажется, вы можете купить по заводской цене, только прям, ну, если украдете с завода. Мне кажется, это единственный вариант. Мне кажется, в любом случае есть некая, всегда есть наценка. Даже если вы максимально близки к поставщику. Только если, не знаю, ваш друг винодел, например, у него есть винодельня или пивоварня, он варит пиво, и он вам по себестоимости продает этот пивасик, не получая ничего с вас вообще ни копеечки. Вот. Только в таких случаях, мне кажется, вообще нету, ну, никакой вообще наценки. Так-то она всегда есть. Ну, всех разные. Ладно, двигаемся дальше. Мы как-то увлеклись. Винодельня, тут пивоварня. Кстати, это неплохой бизнес, я так понимаю. Но прямо сейчас Sony теряет хватку после стольких лет умных решений подряд. Шрайер подчеркнул, что пока не ясно, как на обеих приставках будут работать мультиплатформенные игры. Он также отметил, что рассказы разработчиков звучат куда более впечатляюще, чем маркетинг Sony. Давайте еще раз поясню, что я слышу от людей. Что мне немножко это напоминает историю с Терешковой. Давайте еще раз поясню, что я слышу от людей, которые работают с новыми консолями. Xbox не намного мощнее PlayStation, несмотря на трафлопсы. Сами по себе они могут быть полезной мерой измерения, но на деле это теоретическая максимальная скорость, и при ее достижении многое может пойти не так. Тут слишком много переменных. В конце концов, у нас есть фундаментальный вопрос. Этой осенью, если корона не помешает, предположительно, должна выйти Assassin's Creed Vikings или Assassin's Creed Kingdom. Она, предположительно, будет доступна на Xbox Series X и на PlayStation 5. Где она будет выглядеть лучше? Где будет лучше фреймрейт или разрешение? Я не думаю, что мы можем сказать это, глядя на спецификации. На текущий момент это не очевидно. Сейчас Sony явно теряет хватку, потому что даже не говорит о том, чего могут достигнуть игры с этим SSD. От разработчиков я слышу совсем не то, что я слышу от маркетинга PlayStation. И это, мне кажется, нелепым. Я не хочу, чтобы Sony лила воду и зациклилась на том, что консоль может делать... Но они жестоко проваливаются в этом направлении. За этим тяжело наблюдать. После публикации подкаста Шрайер поддержал сооснователя студии Ready at Dawn, The Order 1886, который сделал в Твиттере довольно громкое заявление. Ставлю доллар.
Через год после... А чё так мало? Давай, ставь свою компанию, всё, давай. Ставь на кон даже не так. Ставь на кон The Order 1886-2. Вот. Если ты проиграешь этот спор, ты делаешь Order 1886-2 на PlayStation 5. Ставлю доллар. Через год после запуска игроки наконец-то осознают, что PlayStation 5 одна из самых революционных, полных вдохновения домашних консолей в истории. И они почувствуют себя глупо из-за того, что потратили энергию на споры про терафлопсы и другие некорректно понятные спецификации. Что еще можно было услышать от человека, который напрямую работает с компанией Sony? Ну, то есть я не хочу сейчас его обвинить в предвзятости, но сам факт того, что этот чувак не делает игры под Xbox... Типа, как он вообще о чем-то может судить? Ну, то есть, может судить, но он же всю жизнь проработал, делая игры для PlayStation. Понятное дело, что он будет на стороне PlayStation. Тут как бы даже, ну, типа... Я понимаю, если бы, знаете, там, не знаю, какая-нибудь Bethesda, например, заявила. Там, тот, кто делал мультиплатформу, заявил. Но ребята из... Ready Dawn, они работали с Sony. Поэтому это довольно странно. Молодец, ну поставил ты доллар. Ну, для тебя, наверное, так и будет. Как я и говорил, такие мнения я слышал от людей, которые делают игры. Тут, видимо, надо добавить Шрайеру в каждом таком заявлении, надо добавлять. Как я и говорил, такие мнения я слышал от людей, которые делают игры для PlayStation. Да. В разговоре с подписчиками Шрайер также отметил, что речь идет не только о сотрудниках внутренних студий Sony. Ну... И много среди них разработчиков, которые не относятся к First Party и Second Party, студии, которым Sony владеет, и студии, которые делают эксклюзивы по контракту. Да, такие вещи я слышу и от студий, которые делают мультиплатформу. Ранее многие разработчики заявили в сети, что быстрый SSD PS5 заметно упростит разработку игр и даже, вероятно, уменьшит количество кранчей в больших студиях. Да нет. Да, вот шок. Внутренние студии Sony хвалят новую консоль от Sony. Хорошо. В общем, мне кажется, Шрайеру надо было просто, ну, сидеть и молчать. Вот. Потому что ситуация... Опять же, он сам говорит о том, о чем и надо говорить. Надо не говорить из серии... Ну, разработчики вот говорят, что все хорошо. Надо говорить, что чуваки... нету ни одной консоли, нету ни второй консоли, нету ни цены на консоли, нету ни игр на консоли. Мы понятия не имеем. Нам высыпали целую тонну цифрок, и мы по ним сейчас уже как будто бы купили уже по две консоли, сидим и играем в игры. Вообще нихера неизвестно, куда вы все лезете-то. Ты-то куда лезешь? Консолесосина. Куда? Зачем? Сиди спокойно. Раньше ноября... Консоль ты не увидишь, а может быть вообще не увидишь в ноябре, может быть в этом году вообще это ни хрена не увидишь. Коронавирус на улице, доллар падает, точнее нет, рубль падает, доллар растет, жопа полная. Конституцию меняют, какая нахер консоль, какие нахер SSD-то? Чё вы вообще, куда мы лезем-то? Го за гречкой и за этими, за туалеткой. В общем, все это чисто, ну, типа, чисто вода. Вода-водишка. Потому что пока что мы узнали спецификации, особенности того, как будет работать железка. Про игры и про то, как мы будем в них играть, мы не знаем ровным счетом ничего. Ссаные терафлопсы — это равно оценкам на метакритике. Это вообще ничего не значит. Это просто циферки, просто, сука, цифры. Вот когда увидим хоть что-нибудь, блин, честное, ну, в том смысле, честно запущенную игру на честной консоли, вот тогда еще что-нибудь можно будет там побухтеть. Да и то, все эти консольные войны, это сраная. Вот. Поэтому, ну, зачем Шрайер полез вот это вот... Зачем Шрайер полез отрабатывать... Ну, не отрабатывать, нет, как... Зачем Шрайер полез работать пиар-машиной Sony? Вот я вот этого не понимаю. Ну, может быть, ему, конечно, обидно.
за то, что Sony просирает. Она, ну, тут с этим глупо спорить. Sony реально просирает маркетинг. PR и маркетинг Sony просирает. У них реально может быть хорошая консоль, но они очень плохо ее продвигают на данном этапе. Из-за чего стрелка мнений смещается в пользу Xbox, потому что у них все просто и понятно. Вот тебе консоль, вот тебе там HDR, вот тебе 4K, вот тебе вся херня, вот тебе все готово. Значит, уже начиная играть, уже Фил Спенсер играет. А эти что-то вот, да, там, ну, у нас там ретрейсинг, у нас там SSD. В этом плане, но зачем Шрайер полез в эту кашу? Непонятно. Опять же, если у него есть способы диалога с разными персонажами в индустрии, так может он просто в Sony позвонит и там, алло, Sony, что-то у вас с пиаром говно какое-то, может это поправите, почините, может быть. Вообще-то у Sony даже презентации не было. Ну, пока что мы имеем только презентацию на GDC. Это хоть что-то. Хоть что-то. Техническую презентацию на GDC. Больше похоже, что у Шрайера обидки, что консоль не показали. Нет, у него обидки именно на то, что аудитория начала говорить... Ну, то есть он просто начал читать больше мнений, что Sony соснула, Xbox молодец. А такие настроения в интернете реально, ну, начинаются. Потому что, опять же, чисто по информации, которая нам сейчас доступна, Sony выглядит не так интересно, как выглядит Xbox. Даже несмотря на то, что Xbox, по сути, применил прием маркетинга в данном случае. Но в интернете начинают бухтеть. И, видимо, мне кажется, что Шрайера затриггерил именно этот бухтеж. Как и меня сейчас затриггерил его бухтеж, и я тоже бухчу, все мы бухтим. Также Шрайер, скорее всего, триггерится именно на то, что аудитория, игроки начали вот это вот все. Xbox, вот Xbox, а вот Sony, ти-ти-ти-ти. Сейчас Sony как бахнут крутейший анонс, но это козырь в их рукаве. Это самый, наверное, самый сильный козырь в их рукаве, если они просто, ну, не просто... бахнут как где-нибудь подальше, бахнут презентацию с играми, которые там будут показаны очень крутые, и все. И все сразу забудут про всю эту историю про SSD и прочее, прочее, прочее. Ну, шуточки будут, конечно, но естественно, люди пойдут тогда покупать PlayStation 5. Именно потому что на большинство понимают, что консоли примерно одинаковые. По мощности. Там не будет вот этого 12 терафлопс, 10 терафлопс, не будет всего. Все прекрасно понимают, что еще есть такой момент. Sony Boy, во всяком случае, и те, кто играют на PlayStation, прекрасно понимают, что даже без овермощности Sony сможет создать достаточно хорошо выглядящие игровые проекты. При этом эти проекты будут уникальные. Всякие Last of Us и God of War, несмотря на то, что они, может быть, графически там не сильнее каких-то историй, они репутационно и геймплейно сильнее других игр. Вот и все. Все понимают, что будет 30 FPS у обеих. Не, ну я думаю, все-таки до 60 это дотянут. Просто в 720p, да. Ладно, побухтели. По Шрайеру поехали дальше. Для GTA 4 в Steam наконец вышел крупный патч. Да. На тестовых серверах Overwatch стала доступна новая героиня Эхо, которая призвана стать универсальным бойцом. В сражениях героиня способна скопировать способности вражеского героя и сразу пустить их в ход. Ой, я ж заикал. Диванный эксперт NoDepping заявил, ссаные терафлопсы ничего не значат. Да, срочно в новости. Срочно во все статьи. Все репост. Срочный репост. Не сказал бы, что геймплей на эксклюзивы сильнее остальных игр. А я бы сказал. У них довольно сильные игры. Вообще как никогда. Даже, тут понимаешь в чем? Даже если тебе не нравится жанр как таковой, это все равно сильные проекты. Это просто сильные проекты, сильные игры, которые могут стать систем-селлером. Ну, игры, ради которых ты купил консоль. То есть ты приходишь в магазин, смотришь, ага, вот эта игра, она клевая, ты покупаешь. А консоль? А, вот это все, ты покупаешь. Погнали. Погнали. Давай, заводи. Во всяком случае, на PlayStation 4 было достаточно игр, которые были хорошие. На PlayStation 3 тоже были хорошие игры. Ну, то есть, вот, например, мне некоторые проекты Sony из того поколения, мне, ну, не мое вообще.
вообще не мое. Поэтому у меня не было консоли. Ну, в смысле, она у меня была, но я ее продал потом. Почти сразу. Ну, почти сразу. Ну, продал через какое-то время, потому что она просто валялась и пылилась. Но при этом они довольно были хороши визуально, наверное. Геймплей. Даже не знаю, сейчас задумался. Задумался о Killzone, ради которой я купил консоль. И подумал, что да нет. Halo было лучше. Но с другой стороны, оно что? Ну вот Halo, да, на Xbox 360 я играл в Halo. А во что я еще играл там? Да вроде больше ни во что. Кто сегодня будет шпилить в демку? Никто не будет шпилить в демку. А тем временем в Ubisoft придумали автоматы Pachinko. На самом деле это новый аркадный режим в Rainbow Six Siege, где у игрока есть один пистолет и целый патрон на убийство. Доступен с 19 по 23 марта. По геймплею нет, по другим параметрам. По всем параметрам там хороший проект. Не, ну Игрикил, если тебе они не нравятся, это еще ничего не значит. Ну типа... множество наград, множество отзывов, множество рецензий и оценок, ну, говорят немножечко об обратном. Вот. Понимаешь? Ну и тот факт, что некоторые игры Sony продают их консоль, тоже говорят о том, что это востребованные и интересные продукты. Ну, окей, например, God of War. Например, многим он, кстати, не очень зашел, но мне зашел Days Gone. Хотя он, конечно, несколько дженерик, но он все равно сделан в стиле Sony. Это чистокровная Sony игра, прям. Просто немножко послабее, чем другие продукты, которые делались. Ну, Uncharted, великолепный Uncharted. Я не знаю аналогов Uncharted, не знаю. А если они и есть, то они уступают Uncharted. Несмотря на то, что, шутер, бегаешь, убиваешь 500 человек, ломаешь древние захоронения, все равно это приятная по геймплею, по подаче, по сюжету игра. Я получил удовольствие. Причем я играл, по-моему, раза два ее проходил. Я сначала ее, по-моему, проходил просто сам дома, а потом, по-моему, на стримах мы ее в итоге проходили. Кайф. Кайф. God of War тоже. Вот God of War я так не смог второй раз пройти, но она довольно большая, длинная. Но God of War величайшая. Я имею в виду последняя. Ты выделил именно геймплей в эксклюзив, но это неправда. В совокупности, да, но именно только по геймплею нет. Ты дурак? Прости меня, но ты дурак. Давай не будем вот прям, ну, вот так вот, ну, типа, душнить. Давай не будем душнить. Ну, Игорь Килл, ну, что за духота-то началась резко? Окей, по геймплею. God of War. Замечательная игра по геймплею. Чисто по геймплею. Замечательная игра. Uncharted. Чисто по геймплею. Замечательная игра. Лариска, что, не аналог? Я играл в одну из Ларисок. Даже не в одну. В две или в три. Ни одна из них не была настолько же интересна. Каждая Лариска казалась попыткой догнать Uncharted. Даже несмотря на то, что там первые Uncharted были достаточно примитивны. Первый Uncharted такой достаточно примитивный, второй более экшеновый, третий я в итоге так и не прошел. Надо будет, кстати, однажды его пройти. Четвертый вообще великолепный. Bloodborne, Persona 5, если говорить о PS4. Ну, например, я Bloodborne не очень люблю, тем более по мне Bloodborne это такой же Souls, только с несколько другими, несколько измененными механиками, но... Опять же, я назвал игры с геймплеем. God of War. Предыдущие God of War на PlayStation 3. Сколько потом было этих клонов, которые пытались God of War повторить, но в итоге кто? Ну, Devil May Cry, наверное, да, из слэшеров есть. Но тоже это разные все-таки. Сравнивать Devil May Cry и God of War немножко все-таки не то. Мне кажется, даже любители слэшеров, а я не любитель слэшеров, скажут и тебе, и мне, что... Это разные игры по подаче, несмотря на то, что это слэшеры, но разные по подвижне, по слэшеру, по экшену. Так что... тут, понимаешь, я еще раз, дело не в одном геймплее, в уникальности. Некой уникальности. Ты узнаешь Sony игру из тысячи. Она будет уникальной.
она будет вот не такой, как все. Даже Horizon Zero Dawn, которую обвиняют в клоне Assassin's Creed, она все равно имеет свою уникальность, свой некий дух. И ты, блин, мне кажется, каждый со стопроцентностью скажет, это игра от Sony. Days Gone, которая тоже не хватает звезд с неба, хотя мне она понравилась. Это игра от Sony. Я что-то точно знаю, это игра от Sony. Не Assassin's Creed, а Ведьмака. Я читал, что ее с Assassin's Creed сравнивают, потому что там всякие прыжки, паркуры, вот это вот. Ну, там не такой, конечно, глубокий паркур, но там много акробатики и лазания по стенам. Ведьмак же, по-моему, не особо жалует лазить по стенам. Просто ты так выглядел геймплей, что якобы уникально, нет в других играх. Нет, я не про это абсолютно говорил. Сори, если выразился неправильно. Я говорил не о том, что нету. Я говорил о том, что он уникален, потому что такого геймплея, так сделанного, я не знаю, как что это обозначить, так сделанного, с таким вниманием сделанного, и их, как правило, не во всех играх можно встретить. Ну, есть, понятное дело, что есть хорошие игры, другие есть, там... представители там, ну тот же, опять же, да, Ведьмак, например, да, игры, которым уделили достаточное количество внимания во многих аспектах, то есть над многими деталями поработали или еще что-то. Но игры Sony ты узнаешь всегда, и они будут немножечко, ну, может быть, не на голову, да, на голову это прям сильно, но они всегда будут несколько выше таких же игр. Как, опять же, я пример привел. Лариска почему-то всегда, несмотря на то, что Лариса Ивановна, Лара Крофт, Лариса Расхитительница. Лара Крофт была, ну, намного раньше Uncharted. Она его бабка даже. Я бы даже не сказал, что мамка, она его бабка. Вот. Но в итоге именно Naughty Dog уловили какую-то вот, какой-то вайб, уловили какую-то линию и создали из, по сути, существующего жанра, из существующей игры, по сути, они создали... известный, узнаваемый бренд, по которому сейчас еще кино снимают. Ну, по Лариске тоже снимали кино, но вот... И в итоге каждая Ларка, она что-то, ну, типа, гонится. Не может угнаться и не может... Один из нас тоже, как пример, уникальная игра, да. Несмотря на то, что я считаю, что в Last of Us дохрена минусов, дохрена вещей, которые можно было сделать лучше. Я не говорю, что она совсем ужасная, она хорошая, но в ней есть вещи, которые можно было исправить, и она бы стала бы еще лучше. Ну, вот. Дохрена таких вещей, но я не могу вспомнить ни одной такой же игры, чтобы она так же хороша была, на том же уровне хотя бы. Вот чтобы она была на том же уровне. Наверное, единственное, которое я могу подобное вспомнить, нечто похожее, но она чуточку хуже и в геймплеях, и в некоторых элементах, это Odyssey to the West. Одна из моих любимейших игр, я ее очень люблю. Она мне очень нравится по подаче сюжета, мне нравятся персонажи, которые там сделаны. И, наверное, примерно то же самое я чувствовал, когда я играл в один из нас, в Last of Us. Примерно то же самое, но не то же самое. Понятное дело, что там девочка, тут там девочка и батя, тут мужик и женщина, там разные истории. Но именно эффект приключения, изучения и какого-то вот знакомства с окружением и с миром примерно у меня был такой же. Мне он очень понравился. Это Splinter Cell. Какие-то странные, разодетые в камуфляжах мужики. Где Сэм Фишер? Этот анимешный графон и геймплей не как в Blacklist. Где тебя цеплял сюжет и атмосфера? А тут какие-то клоуны. Неужели нельзя сделать настоящий Splinter Cell без вот этого вот всего? В общем, в Ghost Recon Breakpoint тизерят появление Сэма Фишера. Очень, очень необходимая нам важная информация. Очень необходимая важная информация. Актуальное сравнение консольного сегмента. Nintendo Switch. Animal Crossing. На Nintendo Switch выходит Animal Crossing. Это все, что вам надо знать о сравнении консолей. Судя по всему, на релизе консоли нового поколения у PlayStation 5 и Xbox Series X не будет стопроцентной совместимости с библиотеками PlayStation 4 и Xbox One. У некоторых проектов из-за мощности Next Gen возникают разные артефакты, которые еще предстоит выявить. Окей. Первый взгляд на новинки Huawei P40 Lite и P40 Lite E.
СМИ сообщают, что Netflix все-таки согласился ограничить битрейт по всей Европе на 30 дней, чтобы снизить нагрузку на интернет. По их словам, трафик упадет примерно на четверть, но у подписчиков должно сохраниться хорошее качество картинки. Официально Rainbow Six Siege будет обратно совместимо с PlayStation 5 и Xbox Series X на их релизе. Покупать во второй раз игру не потребуется. Хорошие новости. Кроме того, в игре будет кросс-ген матчмейкинг, то есть игроки на PS5 смогут сыграть с игроками PlayStation 4, а игроки Series X с игроками Xbox One. Но крест-накрест, типа с игроками Xbox, PlayStation сыграть не сможет, видимо, пока что. Может, они и это тоже подрубят, ты знаешь. Вчерашняя техническая презентация PlayStation 5 получилась неудачной, это признают многие. Однако разработчики и журналисты отмечают, что при неудачном маркетинге Sony показала консоль, которая может изменить то, как создаются игры. Окей. На этой неделе закончатся «Руки прочь» от кинокружка. А, все, это про аниме опять. Опять форсят аниме. Из-за пандемии Razer начал, среди прочего, выпускать медицинские маски. Мультфильм «Миньоны 2. Гравитация» перенесли на неопределенный срок, а актриса Индира Варми оказалась среди зараженных. Продолжаем дополнять хронику, посвященную коронавирусу. Splinter Cell. Что? Синий слитный. Господи, что за реклама? Зачем мне вот это рекламируют? Что это? Странный таргетинг. Авторы платформера, это не мой цвет. Я бы взял желтенький, конечно. Размер мой, цвет не мой. В 2018 году Саботаж успешно дебютировала совместно с Devolver Digital, выпустив изумительный ретро-платформер The Messenger. Сегодня коллектив вышел на Kickstarter со своим новым проектом. Уже тоже мы все это смотрели. Темой нового номера журнала Age стала Half-Life Alyx. В честь этого художники из Valve сделали для обложки эксклюзивный арт. У меня от этой Alyx немножечко икота началась. Помимо обзора игры, в выпуске будет подробный материал о разработчиках и интервью с Гейбом Ньюэллом. Какая-то тут странная Alyx. Почему ты каждый раз переключаешь музыку? Переключай. Она здесь какая-то как будто старенькая. Хотя это приквел, но она здесь выглядит более старой. Очень странно. Ну ладно, допустим. Демо-версия. Допустим, он художник, он так видит. Демо-версия ремейка Resident Evil 3 наконец-то добралась до Steam. Клиент весит всего 6,3 гигабайта. Какой там мелочь какой-то. Так, Ninja Theory показала релизный трейлер, GTA вернулся, разработчики The Messenger тоже у нас были, релизный трейлер Overwatch, Paladins, Battleborn, Rainbow Six, Lawbreakers, короче, Bleeding Edge. Так, хакерский боевик, что нужно знать перед запуском Doom Eternal? Ну, Doom Eternal, кстати, забыл вас, хотел в начале выпуска поздравить вас с выходом Doom Eternal. Но забыл. Поэтому поздравляю сейчас. Поздравляю вас с выходом Doom Eternal. Я думаю, что некоторые из вас особо горячие, особенно желающие изничтожить монстров, демонов и прочих чертей, наверняка уже ночью поиграли немножечко. Ну, там, наверное, часик посидели. Потому что предзагрузить игру можно было раньше. Соответственно, в 00 по Москве ее можно было запустить и поиграть. Ну, у кого-то это 00 по Москве, у кого-то это может быть вообще раннее утро. А у кого-то, может быть, середина дня, возможно, если вы живете где-то в Америке. Поэтому наверняка вы уже поиграли. Поздравляю вас с выходом. Теперь спойлеры не страшны. Ubisoft опубликовала тизер «Тайной власти» для Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Спасибо, не надо. Хотя, знаете, Doom уже настолько рано дали постримить, что, мне кажется, многие уже... Даже если не поиграли, то поиграли через стримеров. Потому что просто заходишь на Twitch, и там каждый второй стримит Doom. Doom, Doom, Doom. Игра еще не вышла, уже все стримят. Что за беспредел вообще?
Ну и я сегодня тоже постримлю обязательно. Топовый Oppo Find X2 появился в России. На самом деле даже поиграть нормально не получилось. Такая неделя жесткая, что я чуть-чуть буквально побегал. Ну не чуть-чуть, я там побегал, но я, знаете, я включил самый низкий уровень сложности, не искал особо секреты, просто пробежал подальше, чтобы пройти какой-то эпизод подальше, посмотреть, что из чего все это сделано. Вот. А потом уже как-нибудь прям засяду на какой-нибудь высокой. Я не буду выбирать самую высокую сложность. Прям самую высокую сложность я не буду точно выбирать, не хочу. Я на ней поиграл уже, но не очень интересно. Ну, точнее как, интересно, просто иногда устаешь от этого. То есть ты прям оно начинает уже как-то трахать. Тебе хочется тоже их трахать. А тут получается, что в определенный момент, если ты чуть-чуть провафлился, то тебя прям со всей силы об землю убивают. Тем более там дальше идут такие злые мобы, что на кошмаре я прям мне побаиваюсь. Просто произойдет такой момент, что я буду играть на там, ультра-хардкоре, и где-нибудь в середине игры мне это надоест, и я дропну игру. Я не хочу ее дропать, я хочу ее пройти, понимаете? Соответственно, надо поставить чуть-чуть пониже, чтобы в случаях, когда я буду слегка расслабляться, мне было просто чуть-чуть потяжелее. Вот. А не так, что я чуть-чуть расслабился, и меня сразу убили. Я вчера еще смотрел, как Денис в Love Games там где-то мучается, там десятый раз проходит какую-то комнату и не может пройти. Я такой подумал, блин, ну я же дропну ее. Я же тупо дропну ее. А я не хочу, я хочу пройти. Все собрать. Собрать все тайны, секреты. Oppo Find X2 появился в России. Окей. Мистическое приключение The Signifer расскажет об эксперте по психологии и искусственному интеллекту, который работает над прибором для сканирования мозга. Теперь его просят расследовать преступление с помощью фантастического прибора. В его штанах. The Last Campfire, вдохновленная сказками, приключенческая игра, которую в Hello Games делали, по сути, всего два человека. Глава студии Шон Мюррей рассказал, откуда взялась ее идея и как она может стать первой игрой в целой серии коротких сюжетных адвенчур. Блин, очень жду. Все сильнее хочу поиграть в Last Campfire. Мне очень понравилось. Несмотря на то, что игры Hello Games сильно отличаются с виду и принадлежат к самым разным жанрам, от гоночного платформера до симулятора космических путешествий, сооснователь компании Шон Мюррей считает, что их объединяет куда больше, чем кажется. Многие думают, что между Joy Danger, No Man's Sky и The Last Campfire почти нет никакой связи. Но для меня она очевидна. Это магия, которая творится, когда команда совсем маленькая и работает сосредоточенно и целенаправленно. Все три игры начинались как проекты, над которыми трудились по 2-4 человека, и все они старались сделать что-то яркое и интересное с художественной точки зрения. В основу The Last Campfire легла идея, которая родилась у Криса Саймонса и Стивена Бёрджеса, авторы фэнтезийного платформера Lost Winds, который вышел на Wii в 2008 году. Они давно знакомы с Мюрреем, и тот решил поддержать их, пригласив в свою студию и дав им возможность осуществить задумку. Большую часть работы они проделали вдвоем, и, по словам Мюррея, постепенно стали полноценной второй командой в компании. Крис отвечал за все художественное оформление и дизайн, а Стиви написал большую часть кода. Дополнительно долго над игрой трудилось только они двое. Джеймс Чилкот, ведущий программист Lost Winds, присоединился к ним в прошлом году. С тех пор, как мы анонсировали The Last Campfire, команда не сильно выросла в размерах, зато их планы стали куда более амбициознее. Один из главных источников вдохновения для создания Campfire — это фэнтези и фольклор. Как отмечает глава студии, разработчики хотели передать игрокам те же эмоции, которые они сами испытывали от книг со сказками, когда были детьми. Стиви и Крис выросли на сказках, вроде тех, что были в книжках нашего детства, с иллюстрациями Брайана Фрауда, который потом работал над Лабиринтом и Темным Кристаллом. Его влияние до сих пор откликается в нашем творчестве. Когда мы читали те книги, то чувствовали, что на каждой странице таится секрет. Я устал читать. Мы хотим, чтобы Campfire стало таким небольшим тесным миром, чтобы в каждой локации, в которую вы приходите, можно было найти что-то. Головоломку нового персонажа или тайну, которая расскажет вам об этом мире. Блин, люблю такое.
люблю такое. Ладно, буду ждать. Буду дальше ждать. Главное почувствовать, что ты умираешь из-за своих промахов, а не потому, что игра тебя неоправданно трахает. Ну, одно другому не мешает. Если ты подустал в Думе, да, то есть у тебя немножечко реакция уменьшила, ухудшилась, а им ухудшился, и на высоченной сложности игра это быстро поймет и тебя быстро расхерачит. То есть, я так скажу, на самой высокой сложности, там 4 варианта сложности, стандартные, есть еще дополнительные модификации. Но в целом стандартных уровнях сложности 4. На самой высокой вы должны контролировать всю ситуацию постоянно. То есть у вас нет возможности вот, типа, остановиться. Вы постоянно должны... ну и это, естественно, может вас несколько вымотать. На второй сверху, ну то есть на... Там, ультракошмар, по-моему, я не помню, там, да, по-моему, ультракошмар он называется. На кошмарный примерно то же самое, но чуть-чуть полегче. То есть вам все равно надо дергаться, дрыгаться, но у вас есть немножечко больше шансов на ошибку, потому что враги наносят немножечко меньше урона. Вот. Следовательно, на нормальной сложности вам будет среднее, вы будете как и убивать. Если вы очень хорошо играете, то вам будет несколько легко, но вы все равно будете получать урон. То есть будут моменты, когда вас будут заставать врасплох, но уже скорее не из-за того, что вы зазевались, а, ну, по случайности так. Вы, ну, не знаю, просто зашли в комнату, а там мобы, и вы что-то так, ну, типа, не в того выстрелили, не знаю. Ну, и на легкой сложности все то же самое, просто вам враги наносят урона меньше. То есть там тоже можно умереть, но... Походу, Ляли уже забанили. Че, нету канала его? Может быть. Ну, кто-нибудь репорт кинул наверняка. Я вчера вроде на него подписался. Посмотрим. Еще посмотрим. Твиточа. Приносим свои извинения, это содержимое больше недоступно. Ну да, видимо, да. Надо было вот удалять. Видимо, да. Ну окей. На нормале норм, на легком легко, логика хули. Да я тебе только что рассказывал. Ты чем слушаешь-то вообще? Я сижу, распинаюсь. Какая разница будет, как мобы будут? А не то, что легко, на легком легко. У тебя такая аналитика, у меня это нормальная аналитика. У меня самая топовая, топовейшая аналитика. Вот. Быстро он справился с баном, да. Про релиз Дума без защиты Данова была новость? Да, она в начале была. Разбанится? Не знаю. Уже от Хаттаба появился репак Дум. Ну, появился, и что? Вы так следите за репаками, как будто вы бомжи. Ребят, ну типа серьезно. Откуда у вас деньги на интернет? Не должно же быть. Или вы это, карточки скачали, кому-то закинули кому-то Трояна, брутнули кого-то и сейчас сидите на ворованном интернете по телефонной линии, по карточкам. Черт, 15 минут, срочно надо вторую вводить. Не знаю, не слежу за релизами. Торрентов уже давным-давно. Вообще похер же. Первый же бан сутки обычно, но надолго ли разбанит? Я не знаю вообще, что там происходит. Вот вы мне первые сказали, что канал забанили. Соседний кабель врезались. Ну да, или на соседский. Хакнули соседский Wi-Fi и сидите на нем. Так тоже можно. А на миксере P слова не запрещены, может, ляли туда. Он вообще изначально... хотел на Ютубе стримить, но с Ютубом возникла проблема, то, что сам Ютуб работал через жопу. Он каждые 15 минут отрубал трансляцию. Я об этом уже вам рассказывал. То есть, скорее всего, он вообще будет стримить именно на Ютубе, но на Twitch он постримил просто потому, что не было возможности постримить на Ютуб, потому что ввалился. Слушай, тебя так и не понял, какую сложность мне выбрать. Ну, потому что плохо слушал, я же объяснял. Все прям по полочкам раскладывал. По полочкам прям расложил. Разложил. Сказал, что вот если ты так играешь, то тебе нужна такая сложность. Если ты не сильно хочешь париться, вот прям совсем не хочешь париться,
Ты выбираешь легкую сложность, но там все равно есть возможность умереть. Не то, чтобы ты будешь стоять, в тебя будут все стрелять и не попадать, или там ХП у персонажа довольно мало. Там 100 поинтов в начале игры. И тебя могут убить на легкой сложности. Но при этом, если ты хорошо играешь в шутеры в целом, то есть ты шаришь в шутерах, не знаю, как, на чем объяснить еще, на какой игре тебе пример привести. Если ты шаришь в шутерах, то легкий уровень сложности для тебя будет, ну, такое веселье. Будешь бежать, всех убивать, правда, к середине игры тебя, скорее всего, это затрахает, потому что больше будет становиться врагов. Арены там в целом не очень большие, больше будет врагов разнообразных, и тебе будет немножечко скучно, просто, ну, ты стреляешь, никого, ну, никто тебя не может убить, и, ну, это может превратиться в рутину определенно. Вот. На ультра-кошмаре, на самой высокой сложности, тебе постоянно надо будет все контролировать, потому что там, там даже имп тебя может довольно быстро загрызть. То есть иногда у тебя будет ситуация, когда ты от монстра до монстра бегаешь. Если ты не хочешь прям супер потеть, но при этом хочешь высокую сложность, тебе надо выбирать третий пункт. Это высокая сложность, но игра будет тебе прощать некие твои неудачи. Будет сложно, но некоторые ошибки игра тебе простит. Ну и нормал — это второй пункт. Сложности — это будет... Будет посложнее, чем изи. Но все равно будет достаточно легко. Ну, на мой взгляд. Опять же, для человека, который играет в шутеры и понимает, как они работают. Вот. Такие вот дела. Wi-Fi и МГТС стоят с паролем, но равно номер телефона, да. Так, что начни... А, ну это реклама какая-то. В Epic Game Store обновился список бесплатных игр. До 26 марта можно забрать The Stanley Parable и Watch Dogs. Через неделю же игроков ждут Figment, сюжетная адвенчура про изучение мира, и Tormentor X Punisher, топ-даун-шутер, где все умирают с одного выстрела. Жестоко. Стримеры сейчас в основном играют на кошмаре. Я вот смотрел, там, точнее, на самом высоком уровне сложности играют. Ну и страдают. Там страдаешь, да. Хорошо. Watch Dogs. Создатели Animal Crossing New Horizon рассказали, что они тоже в восторге от фанатских иллюстраций Элизабет с Doom Slayer'ом из Doom Eternal. Хоть игры и совершенно разные, такие моменты, как считают в Nintendo, объединяют сообщество и продвигают игровую культуру. Согласимся. Razer займется производством медицинских масок для борьбы с коронавирусом. Молодцы. Будет с подсветкой. Так, совместно запускаем. Анонсирован Remarkable 2, тончайший планшет с дисплеем и линк. Так, это конец эры, которая началась еще с PS1. Что разработчики говорят о железе PS5? Ну, это мы уже читали много раз. Европейский Союз призвал Netflix и остальные онлайн-кинотеатры ухудшить качество трансляции из-за нагрузки на интернет. Вот так вот. На днях нам удалось поиграть в альфа-версию Skyhill Black Mist от отечественной студии Mandragora. Игра вдохновлена The Evil Within и Resident Evil. При этом она создает напряженную атмосферу, не хуже прообразов. Прообразов. Делимся впечатлениями. Это обзор, понятно. Геймплей на новых уровнях из переиздания Doom 64. На Канобу вышел материал, посвященный кастомизации консолей и призванный добавить монохромный мир приставок красок. В заметке рассказывают как о наклейках и рисунках, так и о дополнительных украшениях. Важная новость. Спидранер установил мировой рекорд в Portal. Он прошел ее без выхода за пределы карты и бага с загрузками за 12 минут. В один момент автор потерял ценные секунды, поэтому он уверен, что игру можно пройти еще быстрее. 12 минут? Посмотрим 12-минутный геймплей. Я даже боюсь просто представить. Что там происходит. Но чуть-чуть можно будет глянуть. Мы все равно не успеем. Глаза обычного геймера не способны уследить за спидранерами. Тем более, когда они двигаются спиной.
ухудшает качество стрима, да. Сталкер 2 коллекционка должна включать противогаз против коронавируса. Блин, мне кажется, весь стрим, он будет ездить, точнее, весь ролик, он будет ездить в лифтах, потому что это единственная вещь, которая будет его замедлять. I have finished 61 runs. That is legitimately more than inbounds. And I have like six times the amount of attempts. Фига, как он такой, оп-оп, и опять в лифт. Ну реально, мы будем смотреть, как он в лифте катается. Скорее видео на 2. А тут у меня нет меню, видите, тут мобильное меню. Нельзя ускорить. Это надо в отдельном запускать. Приложение, чтобы ускорить еще. Потому что в Alpha ограничили скорость передвижения вперед, но если спиной двигаться, то ограничение не работает. Логично. Звучит логично. Что-то он сделал, куда-то выстрелил, что-то покрутил. О, у него еще Сквидвард на портальной пушке. Говорят на спидранерском. Говорят на английском. 12 минут спидрана, 6 минут катания в лифте. Да вот стопудово. Он больше на лифте катается, чем... Вопрос, вошел-вышел. Все, опять едем на лифте. Можно куда-нибудь промотать. Там, давайте дальше промотаем. Может, там уровни подлиннее будет. Блин, маленькими пальчиками довольно сложно. Вот как будто он проехал на лифте все это время. Ладно, понятно. Все, спидрайнер, спасибо. Спасибо, спидрайнер. Вы посмотрели зарисовку на тему, когда очень любишь одну игру и готов проходить ее все быстрее и быстрее. Можно поинтересоваться, что это у вас за сексуальная вебка? Сексуальная вебка? Что? Какая веб-камера? Как у всех, Logitech 920-я. Не очень сексуальная. В чем заключается ее сексуальность? Чем длиннее уровень, тем быстрее его скипают. Так, идем дальше. Обновили новостями последних дней нашу общую заметку о событиях, связанных с киноиндустрией и коронавирусом. Окей, хорошо. Рассказываем о линейке мощных ноутбуках Lenovo Legion под эгидой промо. Издательство Raw Fury, студия Play Me Studio, анонсировало The Signifer, техно-нуарное приключение, которое обещает задавать провокационные вопросы о технологиях ближайшего будущего. Окей, вы намудрили так намудрили. Пообщались с игровыми разработчиками, чтобы узнать, как на них отразился коронавирус и как они с ним борются. Авторам Мора, например, помогает опыт работы над игрой про эпидемию, а студия Кефир не боится вируса, потому что в прошлом году открыла собственную клинику неподалеку от офиса. Неплохо. Неплохо разработчики-то работают. У них собственная клиника есть. Мы подумываем завести голубиную почту. Разработчики о том, как коронавирус сказался на их работе. Окей. Гейб Ньюэлл о Half-Life, погружении в матрицу и будущем Valve. Было у нас вчера это интервью. Интерактивный советник выбрался из лаборатории. Тоже было. Yes, Your Grace. В последний день... Да, GTFO тоже было. Экзорцизм. На Netflix вышло полнометражное аниме по видоизмененному углероду от сценариста ковбоя Бибопа Дай Сато. Фильм можно посмотреть в английской или японской, с английской или японской дорожкой и русскими субтитрами.
Нио 2 дебютировала на первой строчке чарта розницы Японии на прошлой неделе. Ее продажи составили 92 тысячи копий. Первая часть в феврале 2017 года на первой неделе разошлась тиражом в 75 тысяч копий. Вот так вот. Неплохо. Хорошо. Я бы даже сказал не неплохо, как я обычно говорю, а хорошо. Я счастлив за него. Они вот как-то взяли... заняли вот такую вот нишечку. Вроде бы и Dark Souls, но не Dark Souls. И у них, видите, аккуратненько сделали такую игрушечку. Все хорошо, продаются. Делают уже вторую, тоже хорошо все продают. Причем эксклюзив, временный эксклюзив PlayStation. Вообще, у ребят все кайф. Playboy прекращает выпуск печатной версии журнала, существовавшей 66 лет. Весенний номер 2020 года станет последним. Однако уже в следующем году компания предложит другие печатные материалы в новых форматах. Тот самый журнал, который никто не читал, никто никогда не видел, но все считают, что там кругом голые женщины. 6 минут геймплея переиздания Doom 64. Хорошо. Тимур Бекмамбетов снимет свой новый фильм при помощи War Thunder. Да? Яндекс.Еда и Delivery Club отказались от оплаты наличными. Все на фоне коронавируса, потому что говорят на деньгах. Или деньгах. В общем, там тоже скапливается. Может, деньги могут переносить заразу. Поэтому стараются отказаться от того, что от передачи денег. Так, друзья, приглашаем на стрим с Вилсаком, где разыгрываем коллекционное издание игры Doom Eternal, игровую гарнитуру TUF Gaming H5 Lite и ковер для мышки ROG Strix Glide Speed. Сегодня в 9 вечера по Москве, если я правильно помню, на официальном канале Asus будет трансляция с Вилсакомом, где будут разыгрывать Doom и всякое вот это вот все. Приходите. Туда тоже приходите. И на основном канале Вилсаком будет стрим, но там ничего разыгрывать. Я не буду ничего разыгрывать, у меня ничего нет. У меня ничего для вас нету, кроме игры. Даже мама читала мой плейбой, когда нашла. Ну, потому что там тексты в основном. Хотя женщины там тоже присутствуют. Часто ли вы находили в видеоиграх секретные проходы за водопадами? Как выяснилось, они есть много где, от Ведьмака до Undertale, и порой скрывают целые локации с сокровищами. Пользователи Твиттера ежедневно публикуют новые секреты, а мы собрали его самые интересные находки в одном материале. Молодцы. Шестой сезон Rocket League начнется уже 25 марта. Он посвящен неону и темным улицам Токио будущего. Все это можно увидеть в свежем трейлере. Но я посмотрю только гифку. Здесь красиво загораются фары автомобиля. И автомобили красиво светятся. Почему? Я читал. Хорошо. Классический шутер Син получил большой патч и готовится к переизданию. Ну, вчера я, кстати, об этом уже тоже говорил. Square Enix не собирается переносить релиз ремейка Final Fantasy. Google блокирует Android-приложения, загруженные не из официальных магазинов. Отгрузки Octopath. Игровые паблики и СМИ, которые будут весь этот год наслаждаться километровыми срачами под каждой новости о новых консолях. Ну да. Когда вы еще увидите, чтобы техническая презентация набрала более 7 миллионов просмотров и находилась в десятке трендовых видео YouTube? Кстати, дизлайков не то чтобы много. Ну, много, конечно. Там 250 лайков и 90 дизлайков. Но это не 50 на 50. Так, интерактивный советник доступен. Какие-то сигулы, съемки специально. А, все. Все, скачайте обои. Обновляем страничку. Мы долистали до всех новостей. Doom Eternal показал лучший старт. Да. Переиздание компании Call of Duty Modern Warfare 2 вновь получило возрастной рейтинг, но уже в Южной Корее. Об этом переиздании все игровые сообщества в курсе с 2018 года. Может быть, в этом году наконец-то состоится релиз? Может быть. iOS 14. В CarPlay можно будет установить собственные обои. Да, то, о чем я мечтал. На
проснулись, жаль. Потому что на 7.53 вы увидите последний сюрприз от Кодзимы в 5. Unseen контент. Ну, давайте посмотрим, что там за Unseen контент. Какой-то Unseen контент. Надо еще промотать на 7-ю минуту. Там была... Я с 7-й начну. Ну, камон, а можно включиться? Включиться, пожалуйста. О! The sound of the lobby door opening and footsteps coming our way before stopping right by the bathroom door, with whatever is out there seemingly trying to get in. Because all of this plays out through the clever use of sound and vague implication, it might be safe to assume that of course there's nothing actually out there. However, by moving the camera to the hallway during this event, which would never normally be possible, we discover that this is not at all the case. Please don't mind if I show this from a variety of angles, as I was so shocked to discover this scene, I couldn't help but take the time to capture it from every possible perspective. Снова пойти? Не опять, а снова? Я так и не понял, на что мы смотрим? То, что она ходит там? Со скрещенными руками? And so we're able to see the attention to detail that went into creating this wholly unseen moment, complete with bespoke animations for Lisa that are never used elsewhere. На 7 минут. Так я отмотал на 7 минут. I hope that in giving you a chance to see something new from PT, I might have helped you appreciate his car listening to the radio. There is another moment when the ghost's presence is implied but not seen. When we initially find the flashlight on the bathroom floor, the door slams shut, locking us inside. Our only choice is to finally look at what's been in the sink this whole time. And with this done, we hear something happening in the hallway outside. Но он говорит о том, что вот дверь закрывается, и там кто-то топает. Ну, топает, получается, что игра работает так, как написано скрипты, и так точно задумал Кодзима. Ну, типа, я так понимаю, что весь прикол в том, что там не просто звуки, а там прям показывают там, модель, это она там проходит и хлопает, и дергает дверь. Окей, окей. На 7.53 вы увидите последний сюрприз от Кодзимы. Ну, последний сюрприз получается просто в том, что там ходят... Она там сама ходит. Не просто звуки наложили. Вау! Вау, Кодзима не просто наложил звуки, а он там модельку даже сделал, которая ходит. В чем? Может, в комментах мне что-нибудь напишут интересное? Ничего не понял, ну ладно. Ну ладно, ну... Совсем иссохлись, да, фанаты. Xbox окончательно подтвердила, что вся библиотека Xbox One, включающая игры с Xbox 360 и Xbox, будет доступна на Xbox Series X. То говорят, что не будет, то говорят, что будет. Непонятно. Кто вызвал демонов и откуда взялся Doomguy? Разбираемся во вселенной Doom. Ну, нет, спойлеры. Крупные сети кинотеатров Петербурга объявили о полном закрытии до мая.
В Steam началась распродажа лауреатов и номинантов премии IGF и GDC Awards. До 23 марта можно выгодно приобрести Resident Evil 2, Disco Elysium, Katana Zero, Void Busters и другие проекты. Хорошо. YouTube вслед за Netflix сообщил, что ухудшит качество видео в Европе для уменьшения нагрузок на интернет. Сервис в течение месяца будет показывать пользователям ролики в стандартном разрешении вместо высокого. У-у-у, сука. Apple ввела ограничения на покупку нескольких устройств онлайн. Аналитики. У Half-Life Alyx есть шансы стать крупнейшим релизом в Steam за 2020 год. Сведения PlayTracker гласят, что количество владельцев Half-Life Alyx превысило 300 тысяч. Из них примерно 119 тысяч приходится на обладателей шлема Valve Alyx. Valve Alyx, господи, что я несу. Valve Index. Valve Alyx. Могли бы и так назвать, на самом деле. В чем проблема? Valve Alyx. Было бы удобно. В магазине. Все, я уже поплыл. А, ну это у нас тоже уже было. Все. Все, друзья. Больше у меня для вас сегодня новостей нет. Вы, как говорится, свободны провести эту пятницу так, как считаете нужным. Я же с вами на сегодня, я же с вами по новостям на этой неделе прощаюсь. 1:59 закончилось. Вернется оно в понедельник на том же месте в тот же час. Приходите, я вас всех жду. Сегодня на канале Вилсаком. Не ретрансляция, а именно на канале Вилсаком произойдет ознакомительный стрим по Doom Eternal. Я поиграю немножечко в игру и немножечко расскажу вам, что она из себя представляет и как она там выглядит. Вот. Такой вот будет двухчасовой, коротенький, не очень большой, чисто ознакомительный стрим. На выходных, может быть, еще что-нибудь постримлю. Пока не могу точно сказать, не знаю. Может быть, постримлю Doom, потому что хочу уже сесть и в него поиграть нормально, а не так, типа, чуть-чуть сюда, чуть-чуть туда. А может быть, я найду себе новый бокс, и мы на выходных еще один компьютер переложим в другую коробку. Пока сказать точно не могу. А может быть, не будет вообще трансляции на выходных, я просто буду сидеть и играть тупо. По-тупому. Сидеть и играть. Пока вам точно не скажу. Но сегодня где-то в районе 4, я думаю. Сейчас 2, мне надо пообедать, доехать. Плюс там надо будет собрать еще всякое. Я думаю, что в районе 4 будет стрим на Вилсаком. На Twitch-канале Вилсаком. Все, друзья, спасибо, что смотрели. Это был 1:59. Всех люблю, обнимаю. Возвращайтесь, потому что я обязательно вернусь. Всем пока.